Всем привет! Предлагаю вам посмотреть распаковку с элементами сборки вот такого вот 3D механичного пазла-конструктора Gears трамвайная линия с количеством деталей 284 штуки. Этот конструктор выполнен на пластинках из фанеры. Каждая деталь вырезана лазером. Для того, чтобы скласть такие вот детали, их нужно выдавливать руками с этой пластины. Все соединяется без клея, просто вставляется как пазл один в другой. Модель механичная и приводится в движение резинкой. Наматывается она вручную и потом может самостоятельно двигаться по рельсам. Кроме вагончика и рельс, в комплект еще входят пешеходный мост и остановка с фигурами людей. Все детали пронумерованы. Будьте внимательны, так как номера находятся не на самих деталях, а на пластинах, где они крепятся. Внимательно просмотрите инструкцию, так как уже соединенные детали очень сложно потом разделить, чтобы не повредить их. Вот такой вот вышел вагончик. Обращаю ваше внимание, что это не полностью собранная модель. Кого интересуют распаковки, интересные места, а также разные арты, фотошоп, обработка и прочее, заходите на мой канал. Всем спасибо.